Точка F, а где у нас тут? Бля, поставили тут бордюров, не разъехаться. Ёпта, застрял. Застрял на погрузчике. Это, блядь, Валера. Блин, теперь слезть еще. Нет! Все, поехали. За все... Какого хрена? What the fuck? Это подстава. Это подстава все. Все. Несчастный случай на заводе. У нас утечка отходов, и у меня есть место в команде уборщиков. За горячий обед Уэйд готов на все. Сынок, надеюсь, у тебя крепкий желудок. Заходи. Так, следуйте за Флойдом. Ты покажешь мне этот сухогруз? Ага, вон он там. У вас сюда вертолеты вообще залетают? Ну, знаешь, типа этих больших воздушных кранов, которые могут поднять целый контейнер. Это закрытая воздушная зона, они не пропустят никого без разрешения. Если понадобится, собьют. А если кому-нибудь нужно быстро войти или выйти с территории? Ну, у нас есть порт, который тратит до 50 футов, береговая охрана какая? Ну, у них есть катера, малые корабли быстрого реагирования, поддержка с воздуха. Мы от них не уйдете. Особенно с грузом. Возможно, придется мне запрыгнуть тебе на спину и погнать по мосту Мириам. Я просто сказал, что на воде у них все схвачено. Ладно. Вот сухогруз, о котором я вам говорил. Как думаешь, что там? Мы простые грузчики, что в контейнерах нам знать не положено. Но они помечены как армейский груз, правительство. С ними что-то не так? Когда правительственные штуки приезжают, мы их сразу же грузим. А этот груз, он здесь уже давно. Ты будешь во мне любопытство. На 2 часа парни из Мэри Уэзер устраивают Форесту веселую жизнь. СС Букер? Эй, ты, и ты, нам нужно 2 людей для этого погрузчика. Нужно перевести пару контейнеров из точки Б в точку F. Это не просьба, а приказ. За работу. А, да? Так, погоди. Да, Тревор, что застрял? Нормально все. Че там машешь-то, я еще не сел. Размахался. Если я вам не подыграю, меня отсюда вышибут, да? Может, давайте задавить этого хера? Я думал, вы хотите просто заценить это место. Если не возьмем контейнер, вас попросят предъявить удостоверение. Я начинаю нервничать. Не ссы. Как, короче, грузчиками мы еще не работали. Чубарека бы этого еще не задавить. Так, куда? Все будет супер. Он сейчас с чем-то в команде. Парень счастлив shit. Только тогда, когда говно ему. Да не ссыть, они уволят, а. Уволят его. Сыкун херов. Так, куда? Где там подъехать-то? Да, эти контейнеры. Участок B. Так, стопы, а куда мне подъехать надо? Именно к этим контейнерам? А, ну я понял. Окей. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Окей, это поднять. Это поднять. Поднять контейнер. Окей, хорошо. Теперь так. Да, грузчиками мы еще не работали, короче, да? Ну, поехали. Так, куда-то привезти надо. Точку F. Точка F, точка F, а где у нас тут? Бля. Поставили тут бордюров, не разъехаться. Ну, ёпта, застрял. Застрял на погрузчике. Ну это... Это, блядь, Валера. Это тупо Валера просто. Чего ты не едешь-то нихера? Твою мать! Че он прилип-то, как этот?
Жесть. Он прилип, короче, как этот, блин. Давай, 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 давай. Он тупо прилип, короче. Погрузчик застрял. Просто тупо прилип, короче, к колесу. Чё за бред? Ой, жесть, ой, жесть. Чё, опять туда ехать? Так, ладно. Сейчас мы, короче. Сейчас все будет. Не ссыте. Это я, все, я понял, как это все делается, короче. Сейчас мы все это замутим. Все будет круто, как говорит Тревор. Все, приехали. Так, подъем. Подъезжаем сюда. Опускаем. Забираем, короче, поднимаем. Хлоп. И все, погнали. Делов-то. Сейчас мы доедем. Хлоп. Повернули здесь. Теперь повернули сюда. Теперь вот так. Теперь вот сюда. Хлоп. Поставить, опустить контейнер. Хлопс. Нужно было спокойненько так отпустить. Вдруг там стекло. Ну и хрен с ним, да? Написано опустить контейнер. Е. Я так и нажал. Если что, это все GTA. Это все GTA и ее обучение. Если будет что-то вякать. Оп. Повернул. Хлоп. Опустил. Заткнись. Опустил. Нет. Давай повыше. Да в смысле, что ты застрял-то опять? Прилип такой к этой кератине. А где я запутался? Так. Твою мать, надо ровненько. Ровненько. Чтоб все было ровненько. Все, вот так. Хлоп. Все, хорошо, цепляй. Раскомандовался там, сидит, блин. Стоит там. Командует. Вот так, хлоп. Хлоп. Вот так. Вот и все, приехали. Окей, мне пора залезать на кран. В смысле, какой кран-то еще? Ты че? Какой нахрен еще кран? Ты вообще че? Кого? Все, давай ты сам. Я устал. Я устал работать. Обеденный перерыв. Так, залезьте на кран, чтобы добраться до кабины. Ладно. Ну давай попробуем. Охренеть, так высоко еще. Никогда не любовался красотами. Я уже час жду крановщика. У меня нет лицензии на управление краном. Хорошо, что я позвал сюда представителя профсоюза. Чем скорее залезешь в кабину, тем скорее мы отсюда уйдем. Ну, если что, отвечаешь ты. Пройди по мостику, потом спустись по лестнице и залезь в кабину. Твою мать, еще здесь что-то заставляют работать. Да в смысле? Да что ты там мечешься-то? Чего он там пернул? Еще и здесь заставили работать. Так, я на месте, что делать? Так, погрузите. Стопы. Сначала поставь кабину над контейнером. Сменить ракурс можно. А-а-а.
Так, стоп. Ну? И? Погоди. Так, а в смысле, а что делать-то? Ну, я вот. That's it. You're in position. That's line up. Во. Move the spreader down so it can grab the container. Ну. She's there. Lock her on. Вот так. It's hooked up. So lift it high enough to clear that container. Подняли. Окей. Все отлично. Как как замучено это все. Повыше, повыше, повыше. Так, а куда? На машину? Ёпта, еще на машину надо. That's the truck. Ease her onto it. You wanna line it up with the frame of the truck. Так, я не вижу нихера. Так. Какой я сосредоточен. Как я сосредоточен-то? Лоб. Катерия погружен. Все отлично. Один есть. Говоришь, не обучен. Теперь жми в другой конец и начинай все заново. Давай обратно до самого конца. Да я уже еду. Ну это, конечно, блин, в принципе не сложно, но, блин, это так муторно. Это реально так муторно. Кто придумал, блин, это задание? Так, где там контейнер? Вот он. Куда ты? Вот так, хлоп. Поднимаем. Хлоп. Поехали. Там фура уже ждет, наверное. Угу. Отлично. Хлоп. И опускаем. Так, немножко сюда. Так. Все, хорошо. Я думал, покажется, типа, это. Ну. Отлично, все готово, перекур. Отлично. Наконец-то, блин. О, какой вид, не так ли? Сделаю пару снимков для своего снишки. Так, доберитесь до обзорной точки. Добраться до обзорной... Используйте фотокамеру в телефоне, чтобы сфотографировать корабль. Еще и фотокамеру, тут еще и тут... Угу, фотографировать. Камера-то работает. Не разбита. Так, сфотографируем переднюю часть корабля. Чпуньк. Хорошо. Продолжить. Сфотографируйте охранника на корабле. Охранника. Лоп. Короче, задача часть корабля. Угу. Лоп. Отправьте фотографию Рону. Отправить фото. Рон. Лоп. Отправка завершена. Спуститесь с крана. Окей. А, босс, я получил фотки, накопаю инфу и перезвоню, Рон. Все хорошо. Блин, теперь слезть еще. Нет! Все заново, что ли? А, все, сядьте в грузовик. Хорошо, давай, получил.
Получил, да, перезвонишь потом. Хорошо, спасибо. Все, поехали. Отправляйтесь в доки. Еще и довести груз надо. За все... Какого хрена? What the fuck? Это подстава. Это подстава все. Отправляйтесь в доки. Это все, мать его, подстава. Я думал, опять запорол, короче, миссию. Все. Несчастный случай на заводе. Тревора разоблачили. Окей. Погнали. Не буду я читать это сообщение, блин, каждый раз. Так, ладно. Хорош, поехали. Берем побольше радиус. Разворачиваемся. На другом доку. Едем. Открывай ворота. Security. Все, поехали. Отвали. У меня особо важный груз. Сегодня, короче, поработали и на погрузчике, и на кране, и дальнобойщиком. Перевозчиком. Так, это... А, это другой уже, да, получается? Вот, мы въехали, блин. Или нет, это мы не въехали. А, нет, въехали, наверное. Интересно, здесь можно, короче, тупо просто, короче, тупо работать? Ну, вообще, вне игры, короче, тупо работать в порту. Тупо, знаешь, такая рутина. Мне бы, блин, контейнер не потерять. Я могу. Все, приехали. Стоп, здесь проход закрыт. Запретная зона. No entiendo. Не понимает, да, манифеста. Манифеста указано здесь. Эй, стоп! Куда ты собрался, чучело? Эй, давай назад. Он, наверное, запутался. Парень не говорит по-английски. Мы что сказали? Должно быть, он неправильно. Он сказал, что должен приехать сюда. Чувак, который это записал, должно быть... Пожалуйста, не подходи. Дичь. Этот чемодан, короче, спёр. Извини, но я тебе сейчас не помогу. А чё, мне надо валить? Покиньте запретную зону. Сейчас покинем. Доберись до квартиры Флойда. Еще и до квартиры надо добираться. Стой! Мне нужна тачка. Вот это по-любому. А это по-любому мне нужна машина. Стой, мать твою! Меня, блин, это... Твою мать. О, вижу. Маленькую точилу. Меня по-любому охрана не пропустит. Нужна по-любому машина. Это нормально. Это сойдет ты. Урон. Ну, ёпта. Тревор, это снимки, это же находка. Это корабль Мэриуэзер. Да, знаю. Расскажи мне про корабль. Если один человек встанет на мосту с пушкой, а второй проберется на борт, то у нас будут все шансы захватить корабль. Похоже, у них под палубой еще контейнер. Какой-то правительственный груз. Вероятнее всего, военная техника.
Да, точно. Я только что нашел грузовой манифест. Наверное, это та штука, которую они испытывают в море. А теперь давай за работу. Если конгломерат ФИ не процветает, то в этом виноват только один человек. Да, да, конечно, я знаю про Мэри Уэзер. Где-то было у меня нужное досье. Так, под водой какой-то груз. Это уже интересно. Это уже интересно. Короче, видос у меня затянулся, я его разделю на две части. Пошли вон. Да ё-моё. Блин, маленькая юркая машина, в принципе. Да, короче, разделю на две части этот видос. Так как получается очень длинный. И... ну, просто смотреть, короче, длинный там часовой, допустим, тот же видос, да, это не очень. Одно дело стрим, другое дело летсплей. Летсплей там 20-30 минут нормально. А больше это уже тяжеловато. Блин, столбы появились откуда-то, просто чпуньк, чпуньк, чпуньк. Блин, нормальная такая, да, машинка? Просто она прет. Маленькая, юркая, быстрая. Просто нешумная. Повороты входящие, все обрулящее. Человека возящие. Опа! На крышу не переворачивающая. Шикардос. Просто разворачивается вообще на месте. Занесло, повернулся там на 360 и все путем дальше поехал. Ё-моё. Ё-моё. Да что ты? Началось в колхозе утро. Все, приехал. Всех, короче, бросил. Рона бросил. Второго там, как его зовут, бросил. Пошел дерьмо там убирать. Так, погоди, я пропустил поворот. Не пропустил, а не доехал. Все. Машину мою сюда уже отбуксовали. Оп. Из внутреннего карманчика достал чемоданчик. Вот такой просто. Летящей походкой. Тревор поднялся домой. Вертолеты летать не меняли, ищут. Через следы. О-о-о! Что во имя святого? Я пытался это остановить. В дерьме, что ли? Но оно... все шло. Шло. Ну, будет, будет, Уэйд. Честный, упорный труд не для тебя, так? Вам удалось получить то, что нужно? Да, да, более-менее. Осталось только разобрать план. Разработать план. А это... так, это подойдет. О, это его баба, ведь даже не красавица. Почему Флойд позволяет ей так с собой помыкать? Ой, тут все дело в заниженной самооценке. Нам нужно его реанимировать. А теперь... и... так.
А, еще план составлять, нифига себе. Понаблюдав за ними, я могу уверенно сказать, что эти дрочеры из Merryweather Security охраняют что-то весьма ценное. Думаю, у них эти штуки две, но нам хватает и одной. Первая хранится на сухогрузе в контейнере, что стоит в трюме. У них полно охранников на этом корабле, видимо, она у них про запас. Как только мы начнем все воздушные наземные морские пути в порт будут перекрыты, вот они отмечены крестиками. А это значит, что нам придется взорвать корабль и захватить груз прямо под водой. Нужен парень, который установит бомбы, парень с винтовкой, который присмотрит за нами, и парень, который заберет ту штуку, которая окажется под водой. Конечно, это означает, что нужно украсть подлодку, но ты ведь сможешь раздобыть ее, а? Что? Вторая хрень проходит испытание неподалеку от берега. Они управляют всем из дока, где я в последний раз видел твоего кузена. Нам понадобится подлодка и, скорее всего, вертушка побольше. Мы отправимся туда, найдем эту ерундовину под водой. Притащим сюда и выясним, что это такое. Сюда? Квартиру? Ладно, так, что мы решаем? Грузовой корабль или подлодка? Так, получается, морская авантюра — это у нас по-тихому, да, типа. Грузовой корабль — это у нас шумно, со взрывом, с брызгами и всякой такой. Ну, давайте. Ну, не знаю. Давайте, короче, это же Тревор, короче, про, ну, фигачит, да, задание. Так что давайте пошумим. Давайте пошумим. Самое вкусное ведь на корабле. А? Что? Подтвердить, да, подтвердить. Мы с Флойдом нам поможете. Еще мы возьмем Майкла и его стажера. Так, ладно. Откуда этот запах? А, мы сразу идем к местному профсоюзному боссу. Тут Уэйд получил драму на рабочем месте. Человеческие отбросы просочились в его поры, и, к сожалению, он уже не будет нормально пахнуть. Никогда. Вам нельзя обращаться в профсоюз. Ты же член профсоюза и за нас поручился, да? Посмотри на него. Понюхай его. Понюхай. Тревор, я поверить не могу, что ты планируешь ограбление у меня на работе. Ты осквернил мистера Малину, и бог знает, что еще натворил. Вы повредили Дебру. Послушай, это женщина и профсоюз. Это все, что у меня есть. Может быть, может, спустим на все на тормозах, а? Но если тебе совершенно безразлична судьба твоего кузена, тогда ладно. Но на твоем месте я бы его как следует прополоскал. Нет! Никакого полоскания. Это дичь просто, что за дичь? А, все, да? Типа. Окей, выполнено. Разведка в порту. Ну, блин, видос сегодня подзатянулся. Да, я не думал, что такое будет. Затянутая миссия, короче. Вот. Ну, в принципе, выбрали пошуметь. Окей, Майкл. Тревор, привет. Привет, Майки. Слушай, мне нравится Лос-Антос. Я здесь в своей тарелке. Завтра делаю свою первую очистительную клизму. В общем, у меня есть на примете одно дело. Да? Хорошо. Еще бы не хорошо. Слушай, мне еще надо кое-что подготовить, но перспективы весьма радужные. Я хочу, чтобы ты привлек того парнишку, с которым ты тусишь, Франклина. Так, посмотреть план еще можно, да? Выход, масштаб, короче. Понятно, порт. Понятно, это мы уже все посмотрели. Окей. Выбрали пошуметь. Ну, я так полагаю, пошуметь, да? Вот. Ну. А на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, я говорил, нет, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.